Друзья, всем привет. Откопал, точнее, очень интересный мод про Афганистан. Но мультиплеера, я так понял, у него нет, поэтому попробуем пройти кампанию. Я запишу серию прохождений самой кампании. Вот, я в нее еще не играл, о ее работоспособности ничего не посмотрел. Вот, ну, давайте вместе посмотрим. Уже наблюдаются какие-то лаги. Или так и должно быть. Авиабаза Баграм, июнь 1985 год. Даже представления не имею, что они делают. Вот у нас выходят новобранцы. Мы получаем первое задание грузиться в Урал. Второй взвод. Некий этот, 9-я рота вспоминается немного. Ай-яй-яй, куда? Типичная армия, не успели. Бегом побежали. Здорово. Вот наша казарма, 3-й взвод, 8-я рота. Вешайтесь в духе. Да-да-да-да-да, забудьте, что вы делали в учебке, чему вас там научили. Я лично займусь воспитанием тех, кто там был. Вангую, что будет сейчас что-то интересное. Кстати, мод используется в спарке вместе с модом Cold War. Но на сайте писали то, что версия для Cold War должна быть не ниже 1.5.5. Но тестировался сам мод на версии 1.5.7. Вот, но у меня Cold War стоит 1.5.8. И, в принципе, как сами видите, вполне себе хорошо вроде как работает. Проблем никаких нет. Так, сейчас мы уже узнаем то, что наша задача сопровождать колонну снабжения после учебки. Охранять от атак духов, идущие мимо колонны. А, ну, собственно, то, что, по-моему, и было в фильме 9-я рота. Насколько я помню, они заняли высотку и охраняли передвижение колонны. Я бы не сказал, что это похоже на Афганистан. В принципе.
Так, следующая задача у нас выдвинуться на склад. Жду задания. Как мне посмотреть, где тут склад? Или мне всех надо сюда завести? Слушаю, командир. Выполняю. Ага, ящики около стола. Но мы будем снаряжать. Жду задания. Одному человеку, пожалуй. Так, а снаряды? Боезапас. А боезапас? Боезапаса нет, я так понял. Слушаю, командир. Жду задания. Жду задания. Жду задания. Кстати, Дмитрий Панкратов, танкист, который встретится нам в игре, точнее в самом моде уже Cold War, не помню точно в какой миссии, но помню, что он там есть. Так, и последний пулеметчик. Так. Получить оружие на складе. Сержант Давиденко, пулеметчик. Слушаю, командир. Слушаю, командир. Да, командир. Слушаю, командир. Жду задания. Слушаю, командир. Давиденко, пулеметчик. Слушаю, командир. Все. Сработал триггер. Все нормально. Жду задания. Жду задания. Выполняю. Так, отправляем рядового Зайченко за медикаментами. А, я так полагаю, опять в дом надо зайти. Сержант Истрыгина на БМП, а Малышева в Урал. А, время уже прошло? Тут у меня БС был. А, ну понятно, значит вот эти все мои. Еще раз. Отделение сержанта Истрыгина на БМП, а Малышева в Урал. Ну и где у меня тут?
Малышев у нас идет на БМП. Эти бойцы идут. Точнее, вот идут. Стригины на БМП. Эти идут на Урал. Места всем должно хватить. По-моему, я должен был справиться с задачей. Все. Задача справилась. Ну все, вот и поехала колонна. Уже предполагаю, что сейчас будет миссия атака. Колонну атакуют. Ну, а дальше как пойдет. Но, насколько я помню, первая миссия пройдена. Отлично. Сколько я помню, серьезной техники у противника не будет. Да, у меня прям ярое ощущение, что... Что у нас тут за техника? Да. Вот это дрище мне напоминает базу противника. Я предполагаю, что сейчас начнется атака на колонну. Вот с этих высоток, наверное, и вот с этих высоток. Сейчас встретят. Как назло, всю технику, наверное, уничтожат, оставят только пехоту. Ага, колонна остановилась. Мина на дороге. Да, командир. Жду задания. Три человека будет. Ты? Командир. Жду задания. Слушаю, командир. Жду задания. Слушаю, командир. Слушаю, командир. Да, командир. Слушаю, командир. Ну что, надеюсь. Ага.
произошел подрыв. А вот и сама атака. Жду задания. Слушаю, командир. Блин, ефрейтор Кузьмин. Блин, да их тут до хрена, чтобы они не погибли. Я уже примерно знаю, где это, думаю, можем долбануть сюда артиллерии. Слушаю, командир. Странно. Никакого уничтожения абсолютно. Слушаю, командир. Жду задания. Прикройте меня! أطلق النار على الأوغاد الأمريكيين. Свод к бою. Атаку! Распределяй. Второй, четвертый, перенеси огонь на новую цель. Халу, خليهم محاصرين. Свод к бою. Да, командир. Выполняю. Жду задания. هل تسمعني؟ слушаю, командир. Жду задания. Здесь раскидало. Второе, четвертое, перенеси огонь на новую цель. На пехоте. Че, калаша обычно нет, что ли? Твою мать. Жду задания. أطلق النار, أطلق النار. أهجم على هذا الموقع. Сучок, ща плясать будешь. Отлично. Слушаю, командир. Жду задания. Слушаю, командир.
командир. Слушаю, командир. Слушаю, командир. Слушаю, командир. Да, командир. Жду задания. В атаку! Слушаю, командир. Огонь! Прикройте меня! Да, командир. Слушаю, командир. Делаем, товарищ командир. Будет исполнен. Жду задания. Слушаю, командир. Слушаю, командир. Жду задания. Товарищ майор, вон еще один. Жду задания. Слушаю, командир. Да, командир. Жду задания. Выполняю. Выполняю. Вперед! Ай-яй-яй. Слушаю, командир. Выполняю. Будет исполнено. Будет исполнено. Слушаю, командир. Жду задания. Да, командир. Будет исполнено. Но ядрить твою налево. Слушаю, командир. Слушаю, командир. Слушаю, командир. Да, командир. Слушаю, командир. Прикройте меня! Саня, прикрой, он не дорвется. Жду задания. Да, командир.
Жду задания. Слушаю, командир. Второй и четвертый перенести огонь на новую цель. Прикройте меня! Подкрепление. Жду задания. Слушаю, командир. С этим закончили. Слушаю, командир. Да ядрить, ну откуда, ну? Выполняю. Наверное, реально Ваня также по тупости теряли. Пацанов уже под ноги не смотрят. Склад БП. Я так полагаю, что вот это вот склад БП. Однозначно. Да, командир. Выполняю. Будет исполнено. Слушаю, командир. Слушаю, командир. Жду задания. Ну отлично, миссия у нас выполнена. Потеряли мы 10 живой силы, ну плюс троих я потерял. Не самый, конечно, лучший исход, но я думаю, на этом можно первую серию пока закончить. Всем пока.